Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с парнем. Первый раз приглашал к себе домой, я побоялась к нему идти, предложила ко мне. Теперь он вообще не зовет меня к себе, встреча только у меня. Почему это может быть? Ну, тут, мне кажется, довольно все просто. Вот, вы ему отказали, мужчина понял, что вам это может быть как-то, ну, неинтересно. Мужчина понял, что, возможно, вам это не нравится, да, и просто решил больше этого не делать. А может быть, вы его как-то обидели или задели тем, что отказались идти к нему. Другое дело, что я не вижу ничего такого, да, в том, что вы не захотели идти к мужчине. Ну, таком, знаете, как бы вот, получается-то. Наверное, не совсем знаком, да, мужчине. Вот. То есть я не вижу в этом ничего такого. Вот. Другое дело, что может быть, вы не смогли как-то донести человеку свою позицию. Вот. То есть вы не смогли объяснить ему, почему вы к нему не идете. Вот. А если человек, допустим, ну, просто вот, что называется, всего сердца, да, позвал вас к себе, вот, то, соответственно, ну, его могло это как-то, ну, задеть, вот. Поэтому я думаю, что вот то, что вам нужно сделать, да, это, по-видимому, как-то вот еще, может быть, с ним поговорить, да, то есть, да, с ним, ну, с ним пообщаться на эту тему. Вот. И как-то, ну, донести ему свою какую-то позицию, да, и попробовать, вот, например, ну, как-то сказать о том, что бы для вас значило, да, если бы он, например, сейчас, да, допустим, вас, ну, позвал бы к себе, и как бы, ну, как бы вы это восприняли, вот. То есть, я думаю, что вот так тут можно ответить. Вот. Ну, люди же разные в этом смысле бывают, да, и неизвестно, как человек как-то отнесся вот к тому, да, что, ну, что вы ему отказали.
То есть я, конечно, понимаю, да, что, ну, что вы, ну, что вы имели полное право отказать ему. Вот. Я это прекрасно понимаю, и ни в коем случае вас этого права, ни в коем случае вас этого права не лишаю. Вот. Но я думаю, что вот обсудить это с человеком, да, обсудить этот момент с человеком, можно и нужно. И я думаю, что вот если вы обсудите, да, то вот вам будет, в принципе, лучше, вы сможете понять. Кроме того, для мужчины это легче, да, вот, потому что, ну, если приглашать вас к себе домой, вот, то это, ну, это значит, что нужно там как-то стараться, да, как-то вот свою квартиру готовить и все. Вот. А если к вам, то ничего этого делать не надо. Вот. Достаточно просто одеться и прийти к вам. Поэтому для мужчин может быть еще это проще, и он может думать, что вам просто так удобнее. Вот. Особенно если вы никак это не обсуждали, да, с ним никак не разговаривали, вот, на эту тему, вот. То есть, если отсутствует вот обсуждение, да, отсутствует какая-то коммуникация по этому вопросу, вот. А я думаю, что вот тот вопрос, который можно вам задать здесь, он заключается в том, а хотите ли вы сейчас к мужчине в гости, да? Вот. И, соответственно, если хотите, то как вы, скажем так, как вы дали ему понять? Вот. Как бы дали понять человеку, да, что хотите в гости. Или вы как-то ждете, что человек после того, как вы отказали ему, значит, предложит вам еще раз, ну, предложит еще раз, в смысле, в гости. Но я боюсь, что это не... Я боюсь, что это совсем не так. Я боюсь, что после отказа вашего человек может и не хотеть, ну, больше приглашать вас, вот. Может быть, он думает просто, что что вы боитесь, например, да? Вот, или он опасается, что
ну, что вам будет некомфортно опять из-за этого. Ну вот. Поэтому я бы тут, конечно, ну, как-то вот по возможности, да, я бы здесь больше бы, наверное, постарался бы инициативу взять в свои руки, если вам как-то вот хочется, чтобы человек, ну, чтобы человек вас, быть у человека, если вам хочется, то я бы все-таки постарался бы взять инициативу в свои руки, да, и озвучить то, что вам хочется, не занимать пассивную позицию. Вот. Еще один очень важный момент, который, как мне кажется, нужно затронуть, это момент того, что вы боялись. Не то, чтобы, опять же, вы не должны. То есть, ну, здоровые опасения здесь, это хорошо. Вот. Потому что, ну, понятно, что люди бывают разными, да, и вот, ну, действительно, там, не всегда понятно, да, там, какой человек и так далее перед тобой. Вот. Но все же, чего вы боялись? Вот. То есть, насколько этот страх, ну, скажем так, для вас, да, как-то актуален. Вот. И актуален ли для вас этот страх сейчас? Что изменилось, что вы, например, перестали бояться, вот, то есть вы стали больше доверять мужчине? Вот. Или привыкли к нему, или что. Вот. То есть давайте вот на этом тоже постараемся обратить ваше внимание, потому что этот момент тоже очень, очень важный, очень серьезный. Как мне думается. Вот, и необходимо на, ну, необходимо уделить этому моменту тоже внимание. Вот. А также, наверное, хотелось бы увидеть то, что между вами и мужчиной общего есть. Вот. Ну, то есть, просто, что вас объединяет сейчас. Вот. Что вас связывает сейчас. Вот. Сейчас что связывает и, в общем-то, что связывало, ну, тогда, то есть, когда вот вы, ну, побоялись к нему идти. Вот. То есть, хотелось бы вот эти вещи тут тоже рассмотреть, да, для того, чтобы иметь полную картину. Вы спрашиваете, почему это может быть? Это не так важно. Я думаю, что если вы спрашиваете, почему это может быть, вы, скорее всего, к сожалению,
вероятно, не очень хорошо знаете мужчину, вот. И, на мой взгляд, это вот ваш вопрос, да, это переадресовка, переадресация к тому, насколько я внимательно к человеку, ну вот, рядом со мной. Вот. То есть, насколько я внимательно, много ли я внимания ему уделяю. Вот. А, грубо говоря, интересен ли он мне? Вот это мне кажется очень серьезные вещи, на которые нужно посмотреть. Всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Удачи!